Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Когда начали восстанавливать Потеряевку, то с 91 года, я каждое воскресенье, никто меня не заставляет, я чувствовал потребность проводить беседы тематически. А в храме я не проповедовал, в то время еще не был чтецом. А раз чтец, значит, разрешение уже было дано. И вот это видно, что жатва была. Событие какое бы ни было, я его брал. 123 события. Ну, где-то пленки потеряны или что, почему? Вот там видно, что она не закончена, проповедь. Ну, смысл понятен, о чем говорится. Дальше, жатва. Никакие изобретения науки никогда не отменят сеяние и жатву. Бытие 8.22. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И то, что сейчас обольщается тем, что могут добывать все необходимое из нефти, это есть бред. Даже с полей собрать и то не всегда удается. Если Бог не благословит, можешь и образование иметь, и хорошо обрабатывать почву, а ничего не собрать. Исайя 17.11. В день насаждения твоего ты заботился, чтобы оно росло, и чтобы посеяно тобой рано расцвело. Но в день собирания не куча жатвы будет, но скорбь жестокая. Видишь, о чем только сказал, сразу место писания, подтверждение. Агея 2.16. Приходили, бывало, к копне, могущий приносить 20 мер, и оказывалось только 10. Приходили к подточилию, чтобы начерпать 50. Начерпать. 50 мер из подточилия, оказывалось только 20. 1 Коринфянам 3.7. Посему насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Самый большой процент прироста дает Бог. Прироста дает Бог. Божий банк сохранения. Пшеница, ячмень в 100 раз, фасоль в 250 раз, редька в 3500. Это мы считали сами здесь. Сколько семечек нарастет на одну? Тот же подсолнух только посеешь и не поливаем даже. Из-за жатвы зазревшего хлеба начинались войны. Иудив 2.27. Потом спустился на равнину Дамаска во время жатвы пшеницы, выжег все нивы их, отдал на истребление стада овец и волов, разграбил города их, опустошил их поля и избил всех юношей их острием меча. Ужас. Исход 22.6. Если появится огонь и охватит терн, и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Самсон и Авессалом сожгли поля недругов своих. Судьи 15.5. И зажег факелы, и пустил их на жатву филистимскую, и выжег и копны, и нежатый хлеб, и виноградные сады, и масличное. Иов 5.5. Жатва его съест голодный, и за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. 2 Царств 14.30. И сказал Авессалом слугам своим: видите участок поля Иоава подле моего, и у него там ячмень, пойдите, выжгите его огнем. И выжгли слуги Авессалома тот участок поля огнем. И пришли слуги Иоава к нему, разодрав одежды свои, и сказали: слуги Авессалома выжгли участок твой огнем. Все государства берут всегда под особую защиту поля, чтобы их никто не выжигал. Второзаконие 23.25. Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего. Бог установил особый день благодарности Богу за жатву. Исход 23.16. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты посеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Приблизительно соответствует нашему преображению, второму спасу. Он восстановлен у баптистов. Молитвенные дома наполнены будут плодами. Это восстановленный ими ветхозаветный праздник. Всегда считалось самым выгодным занятием земледелие и скотоводство. Но земледелие выше, оно вышло из рая. Все беженцы и переселенцы ждали жатвы.
Это было для них началом восстания из бедности и спасением от голода, ибо все края полей оставались им. Так Израиль был благодарен Богу за исход из Египта. Руфь 1:22-23. И возвратилась Наиминь, и с ней сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Так была она со служанками Боозовыми и подбирала колосся, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекрови своей. И считалось особым наказанием от Бога, когда посеяно тобой похитят враги. Приехал на поле с картошкой, а там уже пустые ямки. Один приехал на своем кразе, а там один на жигуленке копает картошку его. Он развернулся и проехал по его машине, вылез с монтировкой и объяснился. «Что ты ездишь по моему огороду? И мне вовсе негде проехать. Зачем на пути ставишь своего клопа?» Левитам 19:9. «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай». До края поля, до края поля. А, ударение. До края поля. Левитам 23:10-22. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожидай до края поля твоего, когда женешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу оставь это. Я Господь Бог ваш». Иов 5:5. «Жатва его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его». Это относится только к земледельцам, не к скотоводам. Подражай мудрым трудягам. «Зарю, зарю», — смыкал мужик, — так говорится о кулаках. Это как образец для подражания. Притча 10:5. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный». Сравнение делается с пахарем, хотя бы речь шла и о шахтерах под землей. Ну и пашут они там. О, здорово. Уборка урожая. Это битва за урожай, борьба за солнечные дни без отдыха. Когда идет жатва и дождь пойдет, то все пропало. Притча 26:1. Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому. Такой до конца будет мишкой. И никогда ему честь неприлична, он себя не сохраняет, и его никто не навеличает. Так он останется под кличкой. Жатва — это праздник и веселье. Как говорит Златоуст, пахарь еще весной с радостью вдыхает пыль гумна осеннего. То есть еще осенью только оболотить пшеницу, и там пыль будет, а он уже весной, как пахнет пыль эта, за целое лето вперед унюхал. Исайя 9:3. Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при раздаче, при разделе добычи. Жатва – это приобретение душ для Христа. Это ликование на небе. Нет радости там, где урожай погиб, и не приобретаются души для Христа, где нет живой евангельской проповеди. Иеремия 8:20. Пропала жатва, кончилась... Прошла. Прошла жатва. Кончилось лето, а мы не спасены. Это наизусть надо знать. Это коронный стих на нашем сегодняшнем занятии. Сколько надежд было на осеннюю жатву. Но вот уже и ждать нечего. Погибла жатва в поле. Иоиль 1:11. Краснейте от стыда, земледельцы. Рыдайте, виноградари, о пшенице, о ячмене. Потому что погибла жатва в поле. Снег, дождь, болезнь хозяина. Только не сжата полоска одна. Грустную думу наводит она. Некрасов. Христос всю нашу жизнь называет жатвой. Весной только зеленая, а осенью все краски сверкают в лесу. Матфея 9:37-38. Тогда говорит ученикам своим. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Матфея 13:30. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам,
соберите прежде сплевелы и свяжите их снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу берите в житницу мою. Жатва – кончина века. Уверовавшие люди – это созревшая пшеница. Иоанна 4:35. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите не на нивы, как не они... Не на нивы, откуда ты не взял-то? Да это не не, это так. Так, ну ладно. Как они побелели и поспели к жатве. Достигший зрелости, юноша подобен старцу, созревший для царствия. Вошел в золотую осень, полную всяких красок. Откровение 14:15. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». Есть поговорка с юмором. Когда придешь к нам в гости, то стучи к нам ногами. А почему ногами, а не руками? Так ты же придешь с подарками, и руки будут заняты у тебя. К Богу не приходи с пустыми руками, и стучи ногами громче, и считай себя в выигрыше. Второзаконие 16:16. 3 раза в году весь мужеский пол должен являться пред лице Господа Бога твоего, на место, которое изберет он. Праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущей. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. Сирахов 35:4. Не являйся пред лицо Господа с пустыми руками, ибо все это по заповеди. Десятина принадлежит Богу, священству. Время жатвы вручную все шли на поле. 1 Царств 6:13-13. Жители Вифсамиса жали тогда пшеницу в долине, и, взглянув, увидели ковчег Господень и обрадовались, что увидели его. Если нет благословения Божие, урожай ничтожен или пустое поле. Михея 6:15. Будешь сеять, а жать не будешь. Будешь давить оливки и не будешь умощаться елеем. Выжмешь виноградный сок, а вина пить не будешь. Чтобы понять все это, Бог дает разум в изобилии. Сирахов 24:28. Он наполняет разумом, как Евфрат и как Иордан в одни жатвы. Кто не приобретет души для Христа, бесплоден. Не приобретает. А кто не приобретает души для Христа, бесплоден. Души, не души, а души. А души много. Матфея 25:26. Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал». Бог по-прежнему дает урожай и поврежденным нравам. С матерками сеют и с богохульством собирают, а Бог и им дает по непонятному и неизреченному милосердию своему. 3 Ездры 9:19. А ныне, когда век сей был создан, нравы сотворенных повредились при неоскудевающей жатве, при неследимом законе. Какие слова все, какая? Матфея 5:45. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Молотили хлеб вручную, волы катали волки, и ели что могли. Второзаконие 25:4. Не заграждай рта волу, когда он молотит. 1 Коринфянам 9:9. Ибо в Моисеем законе написано: «Не заграждай рта вола молотящего». А волах ли печется Бог? 1 Тимофея 5:18. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Это относится к проповедникам. Конечно же, не о типикольщиках речь. «Сей доброе семя всегда, пожнешь, что посеял тогда». Старость – это осень жизни. Для чего она нужна? Не для того, чтобы маразм и заразу развозить, а посвятить весь опыт для Господа. Псалом 91:15-16. «Они в старости плодовиты, сочны и свежи». Сочные и свежи. Сочные и свежи. Чтобы, две ошибки подряд. «Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Сочный и свежий. 12 раз в году плодоносить, то есть всегда плодоносить.
как древо жизни. Во время жатвы совершались неоднократно чудеса. Пророк Аввакум был восхищен к Даниилу. Гедеон в яме, Судьи 6.11. Как только приходит жатва, так враги приходят, Судьи 6.12. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Наш Господь научает ныне говорить иначе. 1 Царств 25.6. И скажите так: «Здравствуй, мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему». Матфея 10.12. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». «Здравствуй», говорят, и это не соответствует житию человека. Он дымит, как череповецкий комбинат. Какое же тут здоровье этому человеку? Филиппийцам 1.21. «Ибо для меня жизнь Христос, и смерть приобретение». Смерть покажет плоды наши, что мы сеяли, выращивали, чтобы пшеница уродила во 100 крат. Не смотри, какая власть или какое мнение людей о тебе, какие семейные обстоятельства, какое здоровье. Екклесиаст 11.4. «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Сеять нужно, хотя бы и дул ветер, и относил слова твоей проповеди. Кто-то в другом месте уверовать может. 3 Ездра 9.31. «Вот, я сею вас закон мой, и принесет вас плод, и вы будете славиться в нем вечно». Если Бог сеет в нас слово свое, то какой же ждет от нас плод? И если посеял в нас слово Божие, то все наши предрассудки, типиконы, не принесут тот плод, какой он ждет. Какая пища вложена в нас? Трудно есть пища, она с трудом расщепляется, но витаминов от нее надолго хватает. Так северные народы с собой носят в вещмешках НЗ, неприкосновенный запас. Там смесь мяса, кабарги, оленя, жир белого медведя, и все это с травами. Когда его пурга захватит где-то, он может сухаря таких два сосать целый день, и организму нужды нет, целый месяц жить будет. Когда-то татаро-монголы шли в поход и проходили по 200 километров в день. 200 километров в день на лошадях. И теперь спрашивают: а когда же они коней кормили и поили? Они их травой не кормили, у них один конь сзади на поводу, а на другом он скачет, остановился часа через 4, коням из мешка сушеного мяса в рот затолкает, напоил и опять вперед. Мясом. Главное в желудок сунуть, а там уж кровь образуется сама. Нам самое трудное кажется полюбить читать Слово Божие, но зато оно так долгосрочно будет в тебе перевариваться. А если ты выписываешь 20 газет и журналов, и все они очень интересные, те же «Совершенно секретно» или «Огонек» и другие, вот остается полчаса до богослужения, а проповедь еще и не начинал готовить, закрыл глаза. Господи, что на сердце положишь? Что откроется? А какое откроется, если уже и глаза не может человек открыть? Вот такой отрыжкой он и будет кормить своих драгоценных слушателей. Иоанна 7.38. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Как собирать урожай? Есть статистика, что в России гибнет уже собранного до 60%. Что сеем в юности, то пожнем в старости. Иоанна 4.36. «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющие, и жнущие вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. Мысли, слова и дела да приносят плод в вечную жизнь. Блаженно не начало, а конец. Цыплят по осени считают. Так же и урожай. Да будем собраны в житницу Христа». Слово «урожай» встречается во всей Библии только один раз. Вот удивительно. Лука 12.6. «И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле». Притча о богаче, не желавшем делиться с давшим ему урожай, то есть Богом,
то есть с бедными, с обездоленными, им принадлежит вторая десятина с твоего урожая. На сегодня, как я узнал, что у некоторых жителей Потеряевки урожай картофеля на душу населения такой, у них по 4 мешка, а у других по 40 мешков нарыли. Потом увидим, как будут эти люди жить. А к весне у тебя сохраненный картофель был бы твоим домашним банком. Чем щедрее делимся урожаем с другими, тем больше нам Бог дает. Вот так и бывают богатые и бедные. Они сами себя такими делают. И при том надо работать, не нарушая нашего устава. У Жени приехал тесть. И опять работает в праздничный день. Спрос того, кто привез его, то не может навести в доме порядок. О, баптист тесть у него. Приезжать можно и в другие дни. Даже коммунист Дружинин не нарушал в этом деле наш устав. Без всякой причины на наш устав наплывают. Не нужно этого делать. Воскресный день для Бога. И видно, что оторвано все на этом. Слава Богу, благодарю. Слава Христу. Хорошо получилось.